Стив Беннон, в прошлом влиятельный советник Дональда Трампа, совершает турне по странам Европы, где принимает участие в круглых столах и дискуссионных форумах. На этой неделе он побывал в Венгрии, где выступил с лекцией о влиянии предвыборной кампании Трампа на Центральную Европу. Телеканал Евроньюс побеседовал с Бенноном и узнал, какие перемены, на его взгляд, ждут ЕС. Вы много говорите о новом, нарождающемся порядке. Как изменится Европейский Союз через 10-20 лет? Это будет Содружество наций. То есть никакого Европейского Союза больше не будет? Нет-нет, ЕС будет существовать в какой-то форме. Но если раньше я думал, что это будет больше похоже на Соединенные Штаты, то есть европейские страны отказываются от своей государственности, чтобы стать частью общей организации, то сегодня я вижу признаки нового миропорядка. Миропорядка, в котором все большую роль будет играть популизм и национализм, в котором страны будут самостоятельно отвечать за свой суверенитет и своих граждан. То есть мы будем иметь дело с сильной Венгрии, самостоятельной Чехии, Франции, Германии. И я думаю, что это здорово. У людей будет больше влияния внутри своих стран. Беннон не скрывает своего восхищения по отношению к Трампу, но также Виктору Орбану, премьер-министру Венгрии, которого нередко критикуют в ЕС за излишне консервативную и даже авторитарную политику. Также бывший советник президента США высоко оценивает новое правительство в Италии, которое было сформировано на этой неделе популистами из партии «Лига» и антисистемным движением «Пять звезд».